мы были детьми, смотрели боевики с накачанными мужиками, там Шварценеггерами, хищниками там и прочими. Была у меня гантель, поднимал ее по 300 раз в день, желая там похожим быть на киногероев своих, да. Прошли годы, и мальчик не просто смог воплотить свою мечту, став похожим на кумиров детства, но и сам теперь является образцом для подражания. Знакомьтесь, уфимец Владислав Морозов, мастер спорта по бодибилдингу, трехкратный чемпион Башкирии и призер России. Спортсмены – это те люди, которые достойны уважения особенно высокого уровня, потому что это форма там и выступление, и соревнования – это совокупность очень большого количества факторов. Иметь мышцы – это одно. Быть успешным соревнующимся спортсменом – это другое. До бодибилдинга в жизни Владислава были и другие виды спорта, в основном единоборства. Бодибилдинг тоже можно назвать единоборством, потому что соперник у тебя сам, в первую очередь, это ты. Бодибилдинг как спорт в данный момент дает мне, честно сказать, просто кайф. Потому что, ну, мне нравится этот лайфстайл. Мы с моей девушкой ездим по моим соревнованиям. Таким образом уже пол России объездили. Ей тоже все это нравится. Как бы она тоже в теме. Ну, не соревнуется, конечно, но тренируется со мной. Первую профессиональную победу Владислав одержал на сцене чемпионата республики. Его проведением в нашем регионе уже много лет занимается Федерация бодибилдинга Башкирии и компания Уфанет. 2019 год. Я победил в классическом бодибилдинге. И, ну, это в плане федерации это самый запоминающийся для меня момент был. В нашей федерации очень много разных категорий. То есть не обязательно сразу метить там в какие-то очень крутые категории. В плане популяризации очень такой мудрый шаг сделать, такие ступеньки маленькие, чтобы человек здесь, пока еще многих не достиг моментов, уже вышел, смог себя преподносить, научиться, да, не бояться там какой-то конкуренции. И все, дальше шел. Поэтому наша федерация, опять же, да, является с этой стороны трамплином. Сумел воспользоваться этим трамплином для профессионального взлета и уфимский атлет. Имя Владислава Морозова стало брендом. В качестве тренера теперь он делится своими знаниями, обучая людей гармонии с собственным телом. Все они целеустремленные, поэтому, наверное, не со мной, потому что я сам такой же и сам, как бы, не то что пропагандирую, но имею вайб все вокруг себя, наверное, такой. Показываю своими действиями, своим путем. Некоторые из подопечных Владислава в будущем и сами хотели бы дебютировать в профессиональном бодибилдинге. И наверняка они придут поддержать своего наставника 12 октября. В этот день Федерация бодибилдинга Башкирия и компания Уфанет проведут 8-й по счету чемпионат республики. Приглашаю вас посмотреть на это все, чтобы вы не боялись и подзаряжались, и желали быть более здоровыми, более мотивированными людьми. Приглашаю вас на 12 октября в дворец ДК «Химиков» на соревнования чемпионат Республики Башкортостан по бодибилдингу и фитнесу. Будет очень интересно, жарко, весело. Приходите. Артур Бигнов, Айдар Сагидуллин, телеканал ЮТВ.